При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамота.ру, академик.ру, Викисловарь. Сегодня мы с вами поговорим о бессуффиксном способе образования существительных. При таком способе образования суффикс не прибавляется к производящей основе, а наоборот от него отнимается. И еще иногда отнимается не только суффикс, но еще и окончание. Бессуффиксным способом образуются существительные женского рода от прилагательных со значением качества и свойства. Так образовалась существительная «синь» от прилагательного «синий». Здесь мы отбрасываем окончание. Бессуффиксным способом образуются существительные мужского рода, реже женского, от глаголов со значением действия или его результата. Так образовалось существительное «бег» от глагола «бегать». Смотрите, в основе глагола был суффикс «а», который мы отбрасываем при бессуффиксном способе образования от глагольного существительного. Бессуффиксным способом образуются существительные общего рода со значением «лица». Так образовалось слово «ягоза» от глагола «ягозить», в основе которого был суффикс «и». Теперь мы с вами давайте вспомним, когда у нас сложные существительные пишутся через дефис. Во-первых, пишутся через дефис сложные существительные, которые состоят из двух самостоятельных слов – диван, кровать, ковер, самолет. Такие существительные образовались без соединительной гласной. Во-вторых, сложные существительные пишутся через дефис, если они имеют первую часть «пол», что означает «половина», а вторая часть начинается или с гласной, как в слове «пол огурца», или с согласной «л», как в слове «пол листа», или с прописной буквы, как в слове «пол Москвы». В остальных случаях сложные существительные пишутся слитно. «Полчаса» пишется слитно, потому что вторая часть начинается с согласной. «Полушубок» пишется слитно, потому что первая часть «полу» всегда пишется слитно со словами. «Госкомитет» пишется слитно, это сложно сокращенное слово, образованное без соединительной гласной. «Лесовоз» пишется слитно, слово образовалось сложением с помощью соединительной гласной.